Приветствую вас, жители Земли! Это канал Мобзорка, и меня зовут Настя. Здесь я рассказываю про игры, которые привлекли мое внимание или давно поселились у меня на телефоне. Суми-суми-пати, вечеринка суми-суми – это такие маленькие плюшевые существа японского происхождения. По сюжету главный герой внезапно попал в другой мир, исекайнулся, короче. И встретил местного боженьку, Суми-гами, который сказал: «Да, сейчас отправим тебя обратно в твой мир, только вот незадача, сил у меня маловато, но если провести пару вечеринок, то сил прибавится, и мы тебя отправим обратно». Суми-суми-пати – тэп-пазл. Это означает, что головоломки решать будете нажатием пальцев на экран. Правда, тут немного соврали. Позже придется пальцем проводить по экрану, чтобы активировать бомбочки в нужном вам направлении. Игровой процесс состоит из этапов, которые надо завершить на 3 звезды, выполнив миссию и набрав нужное количество очков. И хоть в названии игры есть слово «пазл», на самом деле головоломок тут маловато будет. И зачастую вы их сразу замечаете, потому что бомбочки для их решения расположены в стратегически важных местах. Так вот, вам дают для этапа несколько случайных суми-суми из тех, что у вас есть, и тех, которых нет. Нажимая на минимум 2 одинаковых суми, вы их убираете с поля и получаете какое-то количество очков. Чем больше суми одним нажатием вы убрали, тем больше очков вы получите. А также, убрав 9 суми сразу, вы получите клэкер – бомбочку. Убрав определенное количество суми-суми, вы можете запустить Happy Time. Оно прибавит вам 8 секунд игрового времени и увеличивает получаемые очки от суми-суми. К слову, небольшой совет. Миссию лучше заканчивать именно во время действия Happy Time, потому что оставшееся до конца время превращается в очки, и, как мы уже знаем, Happy Time увеличивает получаемые очки. Все выполняемые этапы раскрывают рецепт блюда для вечеринки. Рецепты на данный момент еще добавляются в игру. Выполнив рецепт на 100% звезд, вы получите хорошие награды, в числе которых рецепты мебели, алмазы и материалы для создания мебели. Выполнив миссию на этапе, вы получаете 5 очков вечеринки. Проиграв этап, вы получаете 3 очка вечеринки. Набрав 100 очков, вы можете запустить вечеринку по выбору. Вечеринка идет 30 минут реального времени. Во время нее можно выполнить этап вечеринки, получив кучу материалов, денег, вечериночных материалов и монет для призыва суми-суми. Также раз в некоторое время появляются звездочки, которых в одно время может быть 5. Каждая звезда, на которую вы нажмете, дает 100 монет. Из валюты в игре есть золотые монеты, рубины и суми-поинты. За 35 рубинов или 1000 суми-поинтов можно сделать один призыв. Копить до 10 призывов смысла нет. Никаких бонусов за призыв 10 суми-суми сразу нет. Так что призывайте по одному, ведь чем больше у вас суми-суми, чем больше уровень этих суми-суми, тем больше очков на этапах вы получаете. Уровни качаются, проходя этапы. Но, конечно же, если в этапе участвовал суми-суми, которого у вас нет, то и опыта он не получит. Каждые 5 уровней надо будет производить разблокировку за золотые монеты. Чем выше уровень суми-суми, тем больше монет надо будет потратить. Но это, конечно же, не основная статья расходов в золотых монетах. Самое большое количество трат будет в создании мебели для вечеринок, потому что некоторая мебель требует 40 тысяч монет, а у меня, как видите, накоплено всего 160. И если я сделаю 3 мебели по 40 тысяч, то где, куда подеваются все мои монетки? Пропадут. В разделе суми-суми можно выбрать одного из них как компаньона на этапах, и также именно он будет сидеть все время в вашей комнате для вечеринок, которую можно будет расширять каждым завершенным вами свитком рецепта. Справа внизу есть книжка со знаком вопроса. Там можно увидеть, какая мебель и украшения требуются для следующей вечеринки. Слева внизу под клумбой спрятано меню строительства и изменения вашей комнаты. В меню крафта есть полезные вкладки, две слева, фиолетовые такие. Ивент – это крафт мебели и украшений текущего события, а вторая вкладка отвечает за мебель и украшения для открытия следующей вечеринки. На любимую мебель можно поставить сердечко, чтобы всегда можно было найти. А если вы не можете понять, что уже сейчас можно сделать, то нажмите на кнопку Craftable снизу справа, и вам покажут мебель, которую можно сделать уже сейчас. Где же добыть материалы? Небольшое количество материалов добывается с этапов, в наградах за звездочки, во время вечеринок и зачистки этапов в разделе «Трек». Правда, как видите, сейчас эти этапы недоступны, потому что идет другое событие, для которого ивентовую валюту было бы, ну, слишком легко добыть в этих треках.
Событий, кстати, много, часто, и они вполне разнообразные. Но вот чтобы полностью закрыть события и все нужное оттуда вытащить, надо просто 24/7 сидеть в этой игре. Есть события, где Суми-Суми из баннера дает больше ивентовых очков, и вот тут уже повезет его, достать или нет. Если повезло, то события закрывать будет легче, если нет, то нет. Что же в итоге? Симпатичный и милый бренд Суми-Суми, который производит игры уже 10 лет, достаточно увлекательный пазл, но не сильно добрая к фри-ту-плей игрокам экономика. Хотя если набраться терпения и играть 24/7, то можно все успевать делать. Но стоит оно того или нет, решать именно вам. А у меня на сегодня все. Всем хорошей игры и пока-пока.